В Алматинской области проходит очередное заседание комиссии по земельной реформе. Для встречи с общественностью участники собрались на территории холдинга «Байсерке Агро». Задача членов комиссии остается неизменной. Политикам, гражданским активистам и фермерам необходимо выслушать все предложения казахстанцев в регионах. Как отметила в своем выступлении председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Бахыджан Сагынтаев, в колл-центр продолжают поступать звонки. С вопросами касательно земельной реформы уже обратились около 10 тысяч человек. Отмечается, что члены комиссии учтут все мнения при внесении предложений в парламент. В целях разъяснительной работы среди населения с 14 мая работает колл-центр. На сегодняшний день позвонили уже около 10 тысяч людей. Из них около 500 человек позвонили из Алматинской области. И только 1,3% обращались по вопросам земельной реформы. Еще сотни вопросов поступило на сайт jertural.kz. Кроме того, сегодня мы по селекторной связи можем также услышать вопросы и предложения со всех районов области. Всего в Алматинской области насчитывается больше 8,5 миллионов гектар земель сельхозназначения. Чтобы обеспечить доступность населения к земельному фонду, в регионе разработали специальную земельную карту. Особые условия созданы для инвесторов. Им предоставляется возможность выбрать участок для реализации своего проекта. Кроме того, по словам замакима области, в регионе создана специальная группа для разъяснения всех изменений, вносимых в земельный кодекс. Работа проводится во всех сельских округах. При внесении изменений в части передачи земель в частную собственность с 50% скидки и рассрочкой на 10 лет активизирует выкуп земель сельскохозяйственного назначения, что в свою очередь увеличит налоговое поступление и повысит эффективность сельхозтоваропроизводителей. При этом необходимо ужесточить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения вне зависимости от вида собственности. В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан по области утверждены максимальные размеры земель сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в частной собственности по районам области от 226 до 11 тысяч га и от 300 до 94 гектар для юридических лиц.